И что ж, ребят, а перед началом хочу вас попросить подписаться на мой канал. Моя цель до конца этого года набить 100 тысяч подписчиков. Ребят, я надеюсь, вы мне в этом поможете и подпишитесь на канал. Заранее, ребят, всем огромное спасибо. И всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Рашер, и это новая серия рубрики «Дети-бомжи». Всем, ребята, приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает. О, так, ладно, быстренько проспаемся. Ронечка, Ронечка, ой. Ронечка, ты чё? Иди нафиг, пожалуйста, не бей. Все, я ухожу, не бей. Что это сейчас было? Чё на меня напал, уродец? Ой. Ладно, странный какой-то. Короче, быстренько сейчас пойдем к дяде Мише, пойдем работу поищем. Что это сейчас было? Почему Ронечка на меня напал? Подумаешь, один раз ударил, чё таким злым-то быть? Ладно. Так, чё там, дядя Миша на месте? Чё это за шапочка? Здрасте, дядь Миш, чё за уродская шапочка? Угу. Че это такое? Здорово, ну да, здрасте. Есть ли у меня, кстати, работа какая-нибудь? Что-нибудь поделать хочу. Денежки нужны. Да, есть? Ну-ка, давайте, что делать? Что? Че почем? Че у вас там? А, не могу. Я не могу открыть, ладно. Давайте. Так, ну эти объявления так и висят, ничего нового не добавилось. Так, ну что у нас тут? Прикольно. И что мне с этим делать? Ага. И что мне с этим делать? Товар, ну, хорошо. А, это типа координаты, да, куда нести? А по чё там платить ещё сколько? Как я понимаю, ну, как бы тут сами видите, что? Сколько платите за одну? А, один в подарок? А, я понял. Хорошо. А платите сколько за одну? 1к? Ну ладно, в принципе, ладно. Это чё за уроды? Ой, господи, как они противно выглядят. Ладно, первый адрес. Ой, я тут что-то случайно понаписал неправильно. Так, парки, паски, ага, это вот здесь. Я туда что-то боюсь соваться, там какие-то уроды. А чё, чё он на меня бежит? Слышь, дядь, отстань. Чё тебе надо? Отстань. Ё-моё, а чё тебе надо? Чё ему надо? Иди отсюда, дядь. Блин, что ему надо было, а? Дядь Миш, помощь нужна, понимаете? Тут какие-то уроды, может там оружие, например, какое-нибудь есть, там, не знаю, бита какая-нибудь, пожалуйста, выручайте. Увидели сами, сейчас какой-то урод взял, напал просто, не знаю за что. Сейчас глянем, давайте. А то что-то они сейчас хотят. Давайте, подожди, сейчас я попробую поближе. Они все на меня побежали, стоп. А нет, еще один. Давайте быстрее ищите. Да быстрее, ё-моё. Получай, давай. Спасибо. Сейчас я вот... Ты че? О, все, хана вам, пацаны. Так, раз, я получай. А, и все, что ли? А, вот еще один. Так, четвертый. А, ну четвертый вроде адекватный. А... Ну ладно, все. Так, первый адрес на что? В парке под... Так, ага, скамейка. Короче, вот здесь где-нибудь кину. Так, первый, вот. Ну, здесь кину, короче. Ой-ой-ой, нет, надо одну. Надо одну. Все сюда не кидаем. Так, первая есть. Так, еще. Какой следующий у нас? Так, на пляже пожо... Ага, желтый ковер, хорошо. Так, а где здесь... Где здесь идти-то удобнее будет? Ну, бита, кстати, тоже полезная. Теперь хоть оружие нормальное есть, а не вот это вот. Хотя топорик тоже неплохо. Ну, ладно. Ладно, так, у нас тут... Уроец какой-то опять отпускаешь. Ой, осуждаю. Так, ладно, где у нас тут желтый... А тут есть? Тут такого вроде нету. Ладно, сейчас найдем. Быстренько заодно перекусим, а то какие-то уроды еще напали, блин, что за фигня? Какие-то гопота непонятные. Чего им надо было, я не понял. Здесь где-то была желтая такая фигня? А, во-во-во, нашел. Где-то здесь, что ли? Ну, давайте вот так одну сразу сделаем. Точно здесь? Вроде здесь, короче. Ну, давайте вот сюда, раз... А, здесь некуда ложить. Ну, давайте вот так вот раз, откопаем немножечко, запихнем, так, ложим сюда, и где коврик? Вот коврик, обратно ставим, все. Второе мы выполнили, теперь идем третье. Так, на заброшке в подвал? Ага, а, и там, где мы медь собирали, что ли? Я понял, хорошо, ну сейчас, главное теперь вспомнить, куда бежать. Потому что я не помню нифига, куда бежать. Так, быстренько карты сейчас откроем. Ага, куда-то вот туда, значит, если я не ошибаюсь. Вроде да, так что я сюда и побежали. А, он же сказал один в подарок, а зачем мне эта фигня? Ну ладно, Ронечке отдам на всякий случай, там может пригодиться ему, кто его знает. Можно, кстати, бутылочки пособирать, может еще бутылочки ему сдам. Ну-ка, по пути сейчас посмотрим. Что-то бутылочек ни одной не вижу, всего одна баночка колы. Как так? Ой, птичка. Яичко, отлично. Так, еще, ну ладно, это тоже соберем. Я точно туда бегу-то? Что-то я что-то не вижу нифига. Точно сюда? Карта, где карта? Вроде... А, во, все правильно, а ты что-то уже испугался. Ладно, нифига себе тут бутылочек. Бутылочки быстренько собираем, тоже их сдадим. Почему бы нет? Так. Сколько я тут собрал их?
Ну, не так и много, может, рублей 10 соберу на бутылочках, ага. Так, вот это. И куда он сказал там, где там, что, какие координаты? Ага, заброшки в подвал. Типа, вот это вот, что ли? А, там, где мы инструменты брали, все, я понял. Здесь мы брали и инструментики. Кстати, мы все забрали или нет, даже интересно. А, тут остались, что, плоскогубцы, молоточки. А чё бы не забрать с собой? А, у меня тут еще денежки лежали, нифига себе. Это сюда. Так, тут блоки какие-то, ножовка. Прикольно. Так, ладно, давайте куда-нибудь сюда кинем. Думаю, кстати, можно вот это вот все подворовать. Реально, почему нет? Кирочка не пригодится. Увал, да нифига себе. Лом еще один пригодится. Ну вот это я выкину, наверное. И с собой ящик заберу. Блин, я все тут всякой фигни подобрал. Вот это выкинем. Стоп, одну кувалду я оставил. Молоточек один выкинем. Тут на что? Ну ладно, это пока здесь пусть остается. Ну все, в принципе, заказики выполнил, получается. Что-то быстро, конечно, на самом деле. Ну да ладно. Угу. Так, быстренько тогда сейчас гоняем к дяде Мише. Дадим ему все вот это. Денежки наши получим. Ну а потом пойдем дальше тогда работать курьером, наверное. Куда отсюда выходить? Я потерялся. Ну давайте еще немножечко бутылочек пособираем. Все-таки раз есть, тут давайте быстренько. Так, так. Сколько у нас тут? Блин, у меня всякой фигни на самом деле тут есть. Это выкинуть. Паспорт зачем с собой таскаю? Молоточек. На всякий случай еще один оставлю. Вдруг там опять эти уродцы нападут, хоть будет оружие нормальное. Хотя у меня и бита есть. Ну, будет много оружия. Много оружия, это хорошо. Так, птичка, уйди, я не хочу тебя убивать. Это забираем. Ну все, ладно. Где у нас так? Навигатор быстренько. А, вот туда. Сейчас главное не потеряться. Ну, вроде бы я правильно бегу, так что не потеряюсь. Побежали, побежали. Что это за яма? Ладно, мне сюда не надо, наверное. Так, туда, вроде бы... А, стоп, еще одна бутылочка просто валялась, прикольно. А, все, я здесь уже проходил, отлично. Так, ну, дядь Миш, я тут, здрасте. Вы опять шапочку поменяли? Ну, ладно. Короче, мне сейчас давайте быстренько... Во-первых, вот ваш заказик я выполнил, как бы с вас там 3 косаря, 3 заказика, ну, сами поняли, выполнил. 1, 2, 3, отлично. Все, так, и, кстати, да, сейчас, подождите. Так, во-первых, сдаю вот это, с вас 5 рубасиков за это вот, бутылочки. Так, а потом это сколько у нас тут? Ага, и 32 рубля еще вот за это. Итого с вас 37 рублей. Вон там валяется, немножечко вот это. Все, с вас 37 рубасиков. А у меня больше нет бутылочек, да, ведь? Вроде нету. Ну, ладно. Ладно, все, давайте. Так. Ой-ой-ой. А че вы пятаками-то накидываете? Могли десяточки дать нормально. Ну, ладно. Ну, ладно, все равно спасибо. Стоп. Вы меня немножко обманываете. Тут 30. Вы мне дали 32 рубля. Должны были 37. И еще 5 рубасиков. 5. 5 пятачок, да. Все. Спасибо, с вами приятно иметь дело. Так, ладно, я тогда пошел. Быстренько денежки сюда уберем. Так. Где тут еще вот это? Все, отлично убрал. Ладно, быстренько идем сейчас, короче, работать. Так, хозяин Артемка, что у нас там? А, да. Так, ну что, здрасте. Что-то вы какой-то маленький стал, ну ладно. Ага, еще непонятно, в каком-то языке базарите. Короче, есть заказики для меня. Я там готов уже вот это работать. Да, есть, отлично. Так, заказик, как я понимаю, здесь, да? Ага, суши и, короче, ой, я, по идее, сам мог взять, ну ладно. Так. И сколько весь этот заказ, типа, обойдется? Ну, сколько там? Косарик, да, есть, друзья, где-то? Косарик, короче, да? Да, отлично. Адрес какой им сейчас, просто чтобы сразу там добежать, отдать, да и ладно. А, улица, ну, короче, ладно, хорошо. Один, ладно. В принципе, не туда я побежал, мне немножко в другую сторону. А, так стоп. Если так посмотреть, то это... Стоп. Быстренько сейчас посмотрим, где этот адрес. Адрес это далековато. Очень далековато. Ну, сейчас найдем, ладно. Так, не сюда, куда-то дальше. А, так я вроде вчера туда доставлял что-то. Тоже заказик какой-то был. Ну, ладно, сейчас еще раз заставим. Почему бы нет? Может, немножечко так суши подворовать? Почему бы нет? Ну, ладно. Ой, чуть не врезался. Ну, короче, ладно, быстренько побежали. Если я не ошибаюсь, то это вот этот вот кирпичный домик. Ой, блин, конечно, по мосту ходить вообще кайфово, да. Ну-ка, давайте-ка точно сверим все, чтоб точно не перепутать адрес и так не отдать кому-нибудь заказик. Быстренько. Ну, вроде бы все сюда. Вроде бы правильно. Ну, да, только какая квартира? Один разве? Ну-ка, сейчас.
Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, ну-ка. Так, ну что у нас тут? Ну, первая квартира здесь. Так, пусто. Чё? Здрасте, вы заказик делали? Только если да или нет? Да? Понимаете, что это вторая квартира, а не первая? Первая вот здесь. Типа ошиблись, да, как я понимаю? Ну, буду надеяться, что да. Короче, вот ваш заказик. С вас 1000 рублей, чаевые приветствуются. Давайте, прошу, чаевые. Угу. Как бы я вам тут все ищу из-за того, что вы... А деньги? Молодой человек! Оборзел, что ли, совсем? Деньги? Хотя бы за заказик, ну ё-моё, ну вы шо? Ну, да ты чё, дядь? Я сейчас у тебя сам их найду. Все, я нашел, до свидания. Оборзевший как... О! Ой, я у вас, кажется, там что-то подспёр так немножечко. Вот, возвращаю то, что украл. Да, всего доброго. Все, спасибо. Ой-ой-ой. Ну ладно, и не страшного. Блин. Я думал, уже не заплатит, у него там ящики спёра, оказывается, он мне дал все-таки. Ну ладно. Так, давайте быстренько возвращаться обратно. Угу, ну заказик мы выполнили. Мне кажется, я, конечно, чуть больше у него спёр, чем надо было. Ну, в принципе, да. Нормально, пойдет. Почему бы нет? Теперь у меня сколько получается? Офигеть! Топ, у нас... А откуда у нас столько бабла? Стоп, у нас столько... Тут 40 косарей как бы. Или стоп. Да, 40 косарей плюс еще... У меня 58 тысяч рублей. Откуда они взялись? Честно, без понятия. Но откуда они взялись? Ага. Ладно, это очень странно. На самом деле, очень странно. Может, в принципе, тогда... А может, все-таки вот с этим... У дяди Миши там спросить, может, хату какую-нибудь снять? Не хочу в подвале жить, надоело в подвале жить. Очень надоело. Так, ну ладно, давай сейчас быстренько к Ронечке сначала зайдем. Все, сегодня больше работать не буду. А, только нужно сейчас занести хозяину Артемке хотя бы денежки. Как бы его... Стоп. Косарик ему отдадим. А, я же убрал к себе их уже, да? То есть, получается, у меня 57 тысяч. Но все равно немного. Все равно, точнее, много. Угу. Ладно, где у нас что? Давайте... А, ну ладно, отсюда уже пойдем. Пофиг. Так, что у нас тут? Главное, чтобы сейчас опять гопников никаких не было. Тут денежки мои это жмут. Да, никого нету, отлично. Так, ну-ка, давайте-ка быстренько так. Здрасте еще раз, хозяин Артемка. Короче, вот, косарик, я вам тогда в ящик сюда запихну. Все, на сегодня я поработал. Давайте, короче, за работу, в принципе. А, 500-очку? Спасибо огромное. Так, с вами приятными дела, завтра еще приду, всего доброго. Так, отлично, теперь, наверное, сгонять будет сейчас к дяде Мише, и, наверное, тогда будет уже спросить по поводу квартиры, почему бы нет. Так, ладно, дядь Миша, вот он. Дядь Миш, короче, хата нужна, в бюджете где-то пятнашечку. Имеется что-нибудь вообще, дядь Миш? Ага, отлично, показывайте, давайте, где что. Так, ну-ка, давайте. Я за вами потопу пока. Ну, денежки... Ладно, сейчас 500-очку хотя бы пока сюда уберу. Ну-ка, в каком доме? А, в этом же, что ли? Серьезно? Ну, нормально. Подвал у нас здесь как раз теперь еще и будет квартира, походу. Ага, вот это? Так. О, она сразу с мебелью? Прикольно. Так, ну, пятнашку, да? Дядь Миш, давайте договоримся. Все-таки я ребенок. Давайте 10-очку, а? Ну, по-братски. Ну, 10-очку. 10-очку. Ну, давайте 13. Не, давайте 13-ку, нормально. Вот, согласен, все согласен. Вот такое я согласен, все, давайте. Так. Раз так, и давайте... Ну, ровно 13-ку вам дам. Все, раз и два. Все, давайте там ключики, что имеется. Зачем вы мне скинули? А, это типа мне похавать, спасибо. Все, похавать мне. Да, спасибо. Так, вот так. А, ключи? Молодец, Миш, ну вы ушли, без ключи не дали. Ну как так-то, ё-моё. Ключики. От хаты-то. Спасибо. Так, ну все, отлично, теперь у меня имеется хоть какая-то квартира. Нужно потом Ронечке будет показать, почему бы нет. Так, ну-ка, что у нас здесь? Туалет, конечно, маленький. Нормально. Нормально. Так, ладно, надо будет сейчас Ронечку позвать, показать ему вообще, чё да как здесь. Быстренько идем за Рони. Так. Ну-ка, Рони, надеюсь, там проснулся уже. Так, ой, тут дверь что-то открыта.
Ронечка, Ронечка, просыпайся, надеюсь, ты не будешь сейчас таким агрессивным. Ронечка, просыпайся! Ты проснулся, да ну! Короче, я, пока ты там спал, все дела, снял квартиру, как бы, да, привет. Погнали, покажу. А, давай сразу вещи немножечко так перевезем хотя бы, потому что там одна кроваточка. Просто забери хотя бы пока кроватку, остальное потом все перевезем попозже. Тут на что? Ну, здесь ничего. Все, погнали. Подвальчик мы здесь оставим, нормально все, будем сюда приходить часто достаточно. Короче, поднимайся за мной, вот сюда, это, ты где там? Что там делаешь? Вот, короче, это наша новая хата. Не особо большая, но в принципе нормально. Все, это мое. Ищи место себе сам, где будешь спать, но это мое. Ага. Да вон в коридор, нет, туалет не трогай. Туалете не надо. Не надо. Я здесь вот так буду делать. Тебе приятно будет? Резко. Вот, вот, да, вот здесь можешь спать. Вот, все, для тебя вот нормальная кроваточка. Давай сейчас быстренько здесь шкафчик хотя бы так поставим. И вот, у нас с тобой уже более-менее нормальная такая хата. На, на, приятного будешь? Надеюсь, будешь. Все, кушай. А я пока сгоняю быстренько за ноутом, потому что я не хочу там ноут оставлять в подвале. Нафиг надо. Кто-нибудь сейчас заползет туда, сворует. А ноут не, дорогой, дорогой. Не хочу я, чтобы он кто-то спер. Все. Как у нас похавать есть, охренеть. А, у нас еще и пицца есть. Пиццу я тоже сейчас заберу. Так, ну, отлично, 8 как кусочков, неплохо. Так, Ронечка, Ронечка, ты там, там где? Сейчас быстренько это закрою. Так, так, все. Ну-ка, что? Да ё-моё, чё я все время ставлю так криво этот ноут? Так, быстренько забираем. Ну-ка. Пересел, это мое, молодой человек. Ну куда вы лезете на чужую территорию? Ну ё-моё! Ну и так нечестно, как бы, да, понимаете? Все, давайте, девайте без этого, без драк. Потому что мне кажется, я вас спокойно победить могу. Все, вот сюда, быстренько. А, ой. Короче, Ронечка, все, давай тогда спать ложиться, в принципе. Спать. Ты чё? Типа посрал, думаешь, сил стало больше? Да? Ой, ты чё? Если сейчас вот этой битой, раз-раз и все. Откуда у нас кол... А, пепси взялась, откуда? Ну хоть дверь закрывай, ну ё-моё! Ну короче, ладно, все, я спать, давай, спокойной ночи. А ты иди, иди на свою кроватку, все. Я спать. А кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии, досмотрел. Каждый, кто напишет, получит меня сердечко.